Так, сразу хочу предупредить, что я испытываю глубокое уважение ко всем производителям, которые я буду указывать, потому что производство для меня это очень важно. Тем более производители, такие крупные производители, они вкладывают очень много средств для того, чтобы преподнести нам и предложить нам свою продукцию. Даже судя вот по тем баночкам, этикеткам, по преподношению, по стилю преподношения. Они все молодцы, и в итоге выбор, который вы будете делать сами, он в любом случае останется за вами. Я не буду никого ни выбирать, ни хвалить, ни ругать. Это как бы не моя прерогатива выбирать вам. Я со стороны потребителя захожу на любой сайт и ищу ту информацию, которая нужна мне. Итак, я начинаю. Мы привыкли слышать, что рыбий жир это очень полезный, поскольку содержит незаменимые омега-3 жирные кислоты. Я буду демонстрировать экран. Вот. Кому интересно, заходите опять-таки из ВК, заходите через сообщество мое сюда на Zoom. Давайте разберемся, что такое. Давайте разберемся, что такое качественные источники омега-3. Как их правильно выбирать и почему безопасность полиненасыщенных жирных кислот это так важно. Как же найти тот самый хороший продукт и быть уверенным в его безопасности, пользе и эффективности? В чем, например, отличие рыбьего жира от ПНЖК омега-3? В каком масле больше омега-3? Где содержится омега-3? Почему одни и те же производители, так, у меня что-то слайды не идут. Почему одни и те же производители предлагают омега-3 кислоты за 50 рублей, а другие за несколько тысяч рублей? Кому верить и как распознать среди всего многообразия действительно качественное ПНЖК? Для начала определимся с терминами. С терминами и сокращениями, которые я буду использовать в этом видео. Итак, ПНЖК – это полинасыщенные жирные кислоты. ЭПК или APA – это эйкозапентаеновая кислота, язык можно сломать. И ДКГ или DHA – это докозагексановая кислота. И ни в коем случае не путать гексогеновая кислота. Да. Так. Сейчас будем смотреть на что. На что влияет ПНЖК омега-3. Они помогают сформировать мышцы, снизить и стабилизировать вес, укрепляют нервы, защищают сосуды, сердце, улучшают зрение, мыслительные способности, поддерживают здоровье репродуктивной системы. Кстати, в наше время это один из важных критериев поддержки, опять-таки, репродуктивной системы, потому что молодежь, что-то вот, у них проблемы с этим бывает часто. А еще прекрасно влияет на состояние волос, кожи и ногтей. Но все это справедливо, только если речь идет о чистых и качественных омега-3. Но давайте будем опираться на факты, никакого маркетинга. Хорошо? Если так, если просто перебирать и сравнивать продукты с омегой от разных производителей, можно запутаться в обилии информации. Каждый бренд приводит свои доводы и убеждает, что его омега-3 самый полезный и самый лучший. Когда же тогда выбирать и от чего отталкиваться? Все просто. Опираться будем на объективные критерии и реальные факты. Информация о любом продукте находится в открытом доступе, но сначала немного теории. Так, я спрошу ребята из Зума, слайды вам видно, все идет, все нормально? Да, все, спасибо. Ага. Итак, поехали дальше, поговорим немножко о теории, но без теории никуда, потому что такой продукт, его нужно немножко кое-что разобрать. Один из главных вопросов,
главных вопросов, которые можно встретить на форумах, это чем отличаются... Ага, Айгуль вот заходит. Чем отличается рыбий жир, льняное масло и концентрат ПНЖК омега-3? Сразу отмечу, что качественным источником омега-3 можно считать только высокоочищенные концентрации ПНЖК, полученные из дикой морской рыбы, желательно из северных широт или глубоководных водорослей. Рыбу из фермерских хозяйств нельзя назвать хорошим источником омега, потому что они их кормят комбикормом. А теперь рассмотрим, что же не так с льняным маслом и обычным пищевым жиром. На самом деле льняное масло – это полезный оздоравливающий продукт, но оно, это масло, не содержит двух очень важных для здоровья человека жирных кислот – это ДГК и ЭПК. Аббревиатуру мы расшифровали, поэтому я не буду повторять, она очень сложно произносимая. Так. Эти кислоты играют важнейшую роль в поддержании нашего здоровья, зрения, мозга, гормональной, сердечно-сосудистой системы. Без этих кислот прием омега-3 нельзя считать полноценным. Вот поэтому льняное масло нежелательно использовать при производстве омега-3. Следующий продукт – рыбий жир. Кроме того, еще следует понимать, что еще что же касается рыбьего жира, просто извлечь его из пойманной рыбы недостаточно. Ведь морская рыба состоит не только из жира, она состоит из всего, из тяжелых металлов, из того всего, что она накопила за свою жизнь. И вот от этого всего на производстве очищают рыбий жир. Кроме того, следует понимать, что в обычном рыбьем жире концентрация омега-3, она не так уж высока. Чтобы получить количество, отвечающее суточным потребностям человека, необходимо выделить чистый концентрат ПНЖК. Еще раз повторяю, ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты. Из исходного сырья, то есть из биоматериала, то есть из рыбы. Понимание этой вот важнейшей разницы приводит к следующим критериям: происхождение морской рыбы и степень ее очистки. Это два очень важных показателя. Показатели безопасности. Движемся дальше. Наиболее безопасным считается мелкая и средняя рыба из северных широт. Мировые производители концентратов рыбьего жира тщательно отбирают поставщиков морской рыбы. Кроме того, на производстве они применяют технологии многоступенчатой очистки жира и проверки продукции на безопасность. Также, скажем так, правильный производитель при получении концентратов четко соблюдает пропорцию ДГК и ЭПК. И открыто сообщает, сколько миллиграммов содержит каждая капсула. Так, посмотрим, сколько же нам нужно ПНЖК. Вот такой небольшой график у нас есть. Итак, взрослому человеку, который ест дикую морскую рыбу или морепродукты два раза в неделю или более, необходимо ежедневно получать около 1000 миллиграмм омега-3 кислот. Употребляющему рыбу или морепродукты реже двух раз в неделю – около 2000 миллиграмм. Ну, наверное, мы все больше относимся именно вот к этой категории людей. Спортсмену и при постоянных интенсивных нагрузках не менее 3000 миллиграмм. Рекомендации НИИ питания Российской Федерации предусматривают ежедневное употребление в пищу омега-3 жирных кислот от 800 грамм до 1600 миллиграмм. Это уровень, который поможет поддержать здоровье в организме. Из этих примерных данных вытекает еще одно важное требование к качественной биодобавке. К
Концентрат ПНЖК в каждой капсуле должен быть оптимальный с точки зрения цена-качество. В среднем хороший производитель дозирует свой продукт так, чтобы взрослый человек мог принимать 2-4 капсулы в день. Из этого следует еще один важный вывод. На упаковке продукта должно быть отражено количество ПНЖК, которое вы получаете в сутки. Если же этой информации нет на упаковке, то она должна быть размещена хотя бы на сайте. Но, честно говоря, на сайте размещена, это понятие такое интересное. Я вот пока искал всю информацию именно по омега-3 по разным сайтам. Благо у меня есть друзья, знакомые, которые работают в разных сетевых компаниях. Они мне помогли в этом деле. Достать информацию на самом деле именно о составе того или иного продукта очень тяжело. Вроде как он есть. Есть, ну, они пишут как? Пишем состав. Заходишь туда через эту кнопочку на состав, а там ничего нету. Или они пишут просто какую-то мыльную воду. Но в итоге я все-таки раздобыл всю информацию, которая меня интересует. И, ну, сейчас посмотрим, что я раздобыл. И вот вы представляете, чтобы бабушка зашла или кто-то из вас зашел, ну, допустим, в магазин, и ему говорят, инструкция по пользованию этого лекарства или этого продукта, или этой газировки находится на сайте. Заходите к нам на сайт производителя, и там все написано. Вот. Как-то так немножко нелепо. Ну ладно, скажем так, отступление. Итак, говорим о производителях. Если сырье для своей продукции почти все бренды закупают у поставщиков разного уровня качества, то сама БАД должна производиться непосредственно компанией. Почему это важно? Это формирует у производителей более высокую ответственность. Это выбор поставщика, за дополнительную очистку и, ну, как, формируют ответственность именно за выбор поставщика, за дополнительную очистку и концентрацию сырья и за внесение добавочных компонентов и дозы кислот в каждой капсуле. Что это такое? То есть производитель сам регулирует, скажем так, рецепт той продукции, которую он производит, в данном случае омега-3. Как он считает, как его технологи там и биологи, химики считают, что вот такое количество у нашей одной капсулы будет оптимальное, то они и делают. И они, как бы, и они за это несут ответственность. У каждого производителя сам отвечает за свою продукцию. Если добавка просто сделана по заказу, то это ведет к повышению конечной стоимости и к ослаблению контроля качества со стороны бренда. У нас, кстати, вот в этой табличке в моей сводной у меня как раз и будет один производитель, у которого нет здесь производства. Вот, но это вы сами, я не буду говорить, кто это. Поэтому многие производители для подтверждения качества выпускаемой продукции проводят сертификацию по международным стандартам и наносят логотип этих стандартов на этикетке своей продукции. Давайте посмотрим, что это за стандарты. Вот эта символика стандартов, она может быть в разных странах разная, ну, кроме ISO. Халяль может быть разный, GMP может быть разный, HASP. Итак, давайте начнем с GMP. Это основной сертификат, да, что это такое? Я извиняюсь. Наличие такого сертификата GMP свидетельствует о строгом контроле за производством со стороны государства на всех стадиях производства, включая сырье, упаковку, производственные помещения и сам персонал. Что это такое? То есть государство следит за всем процессом от начала приобретения или от начала, скажем так, взращивания этого продукта, переработки, уборки, транспортировки его на завод, на предприятие до выпуска готовой продукции. HASP. Это система менеджмента безопасности пищевой продукции. Основная задача данной системы – это обеспечение контроля на всех этапах производственного процесса, а также при хранении и реализации продукции, то есть везде, где может возникнуть опасная ситуация, связанная с безопасностью потребителя. То есть, в принципе, вот эти вот все сертификаты,
они подтверждают безопасность этого продукта. Имея такие сертификаты на руках предприятия или предприятие, оно подтверждает то, что его продукция наиболее безопасна по сравнению с продукцией конкурента. Но мы сейчас посмотрим, у кого какие есть сертификаты. FDA – это сертификат, международный сертификат безопасности по контролю за лекарственными средствами и медицинскими исследованиями. Выдает этот сертификат управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Это агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США. То есть это чисто американский такой сертификат. Но без этого сертификата вы не сможете зайти на рынок США. То есть у вас, если нет сертификата вот этого, ну там у них целый набор сертификатов, без которых к ним на рынок нельзя зайти. Так, еще один сертификат – это LOHAS. Это экологический сертификат. Это аббревиатура, и аббревиатура вот этого названия означает ориентация образа жизни на здоровье и стабильность. Здоровье и стабильность. То есть, имея этот сертификат, предприятие подтверждает, что оно заботится о здоровье не только потребителя, но и людей, которые находятся на их производстве. Вот. Ну, то есть, такой хороший сертификат. ИСО и халяль. Ну, халяль, вы тоже понимаете, наверное, что это такое. Это производство продукции по законам, по мусульманским законам. ИСО – это довольно-таки обширная, скажем так, линейка стандартов. Она включает в себя все здесь. Любой производитель, в принципе, у него сейчас стандарт ИСО, и наши стандарты российские, они адаптированы к стандартам ИСО. Иногда даже пишут ГОСТ, ИСО там и номер такой-то. То есть, если интересно, то вы можете про это почитать и узнать. Итак, я думаю, теоретическая часть на этом закончена, да, и подведем итоги. Что такое качественный БАД на основе омега-3 по НЖК? Первое – это натуральное сырье из дикой рыбы или глубоководных водорослей. Потом высокая степень очистки и безопасности сырья. Форма концентрата со стандартизированным количеством ПНЖК на капсулу. Оптимальная дозировка продукта для потребителя. Собственное производство конечного продукта – очень важный момент. И оптимальное соотношение цена-качество. А также поставщики, соблюдающие при добыче международные стандарты. Немножко, конечно, тяжеловато вот это, конечно, все воспринимать, но это минимальные основы, это выжимка из того, что я взял, нашел, и опять-таки, чтобы опять-таки вас не перегружать, но в любом случае. Вот такая простота тут получается. Итак, можно переходить к производителям. Я сравнил омега-3, 5 производителей, всю информацию, сведенную в сравнительную таблицу, я нашел на официальных сайтах компаний и дистрибьюторов, находящихся в прямом доступе. Итак, компания. Компания Amway, это американская компания, Oriflame, все знаете, компания Atomy, компания Сибирское здоровье и компания Enel. Все эти производители у меня вызывают, еще раз повторюсь, глубокое уважение к тому, что они, чем они занимаются. Они производят продукцию для здоровья человека, они занимаются эстетическим оформлением своей продукции. У каждой из этих продукций хорошая упаковка, ну, такие вот красивые, скажем так, баночки, упаковки. И их продукция, она в принципе, если смотреть, то она практически вся выглядит одинаково. Что у Сибирского здоровья, что у Нелки, что у Atomy, что у Oriflame, они все выглядят одинаково. Теперь посмотрим, что же находится внутри этих красивых баночек. Итак, сводная таблица. Вы будете смотреть эту сводную таблицу. Я думаю, что по цене вы практически все ориентируетесь. Но я вас хочу как бы акцентировать ваше внимание помимо цены еще на строчку, которую выделил, на три строки, которые я выделил красным цветом. Это ПНЖК,
EPA и DHA. Вот это как раз то, что влияет на наше здоровье. Проценты вывел. Проценты рядом с цифрами по НЖК – это процент от суточной, от необходимой суточной дозы человеку. То есть, допустим, сибирское здоровье, да, 50% одной ампули содержится. То есть для того, чтобы получить дозу, не дозу, а нормальную дозу, человеку нужно съесть две ампулки. Итак, капсулы, ампулы, да, вот мне жена подсказывает, да. А я про дозы говорю. Ну, ладно. Если проанализировать продукцию разных производителей, можно заметить, что не все они соответствуют критериям, о котором мы говорили. Мы разбирали выше. Внимательно изучив показатели, предоставленные в этой сравнительной таблице, можно заметить несколько типичных недочетов, которыми грешат некоторые бренды. Не указано количество и соотношение жирных кислот. Это очень важный показатель. Не указан поставщик или происхождение рыбьего жира, что тоже немаловажно. Но мы сейчас с вами вот эту табличку все на ней подробнее остановимся. Да, в этой сравнительной таблице, безусловно, можно видеть и продукты, полностью соответствующие всем стандартам качества. Да. Но на этом этапе отбор становится видно, что многие хорошие биодобавки стоят слишком дорого. Правильно? Нужно ли или необходимо ли переплачивать за марку? Здесь нам опять-таки помогут обыкновенные критерии. Если у одного производителя высокий уровень качества, без критичных недочетов, скажем так, да еще по комфортной цене покупать другой бренд по завышенной цене, я думаю, не стоит. Еще один момент. Выбирая БАДы, смотрите не только на цену, но и на то, сколько капсул в день приходится употреблять. Здесь путем несложных математических расчетов, вот при всех данных, да, при процентном соотношении, при количестве капсул в баночке там, и при стоимости, можно вычислить среднюю стоимость одной ампулы, да, и необходимое количество ампул в месяц для вас. То есть, если вы спортсмен, да, вам нужно немножко поменьше. Если вы постоянно живете на море и кушаете там водоросли морские, то вам нужно поменьше. Ну и вот из этого соотношения можно посчитать, кому сколько надо. Некоторые биодобавки, на первый взгляд, кажутся весьма доступными по стоимости, но в перерасчете, вот о чем я говорю, на суточную стоимость номера употребляемости, получается, что в месяц вам понадобится 3 или 4 упаковки. Вот этот момент очень важен. Ну а теперь давайте я перейду к таблице, что я тут наворотил для вас, что я сделал. На самом деле, вот эти все данные, они, я их собирал прям по крупицам, можно сказать. Не все компании предоставляют вот эти данные сразу. Не то, что они есть в доступе, но чтобы их найти, нужно очень постараться. Потому что по слову «качество» выбирается то, что какая-то статья идет, которая хвалит конкретного производителя и конкретную продукцию. Мне этого не надо было. Вот. Итак, давайте начнем с компании Oriflame. Итак, далее слева направо. Компания Oriflame. В состав входит рыбий жир 72%. По уровню ПНЖК, APA и DHA у меня сразу вот эти 72% вызывали вопрос. Я вам буду говорить только то, я не буду негатива говорить, я буду говорить именно то, что у меня вызвало вопрос. Вот. Почему? Потому что вроде они говорят, что 72%, а на самом деле их показатели немножко занижены. И еще используемый биоматериал. Высококачественный натуральный рыбий жир, все нормально, все хорошо, из возобновляемых ресурсов. Вот это вот я не понимаю. У меня сразу представляется, понимаете, это то, что какая-то переработка прошла, рыбу вновь оживили, выпустили. Ну, я понимаю, что я глупость говорю, но именно из возобновляемых ресурсов, ну, не знаю я, что это такое.
Вот я вот этого, вот эту туманность я не понял. Но по степени очистки у них степень очистки высокая. И это говорит о том, что производство у них на должном уровне. И это подтверждение этому является наличие сертификатов у производителя в Норвегии, GMP и FDA. У наших дистрибьюторов, у них здесь есть только подтверждение техническому регламенту таможенного союза. Но это подтверждение техническому регламенту, это говорит о том, что эта продукция безопасна для использования, и она не приносит вред нашей экологии. Следующая продукция – это компания Enel. Состав РУПУФА-75. Я вам сейчас скажу, это концентрат. Он у меня иногда тоже, я читал, что я вычитал на сайте. Он, правда, на английском языке, но все равно. РУПУФА-75. Это инновационные формы рыбьего жира, который представляет собой не что иное, как этиловые эфиры ПНЖК омега-3, благодаря чему содержание омега-3 в ней достигает 75%. То есть написали они хорошо, но вот я ничего не понял. Непонятно и очень все завуалировано. Притом 75% состав ПНЖК – это очень, как бы, это очень хорошо, это очень много. Не у всех производителей такое, но это концентрат. И написано, как концентрат из жира морских рыб северных широт. Степень очистки хорошая. Ну, производитель, да. Но у компании Enel на сайте я не увидел сертификатов от производителя, от того же РОПУФА. Я думаю, что у них есть, скорее всего. GMP. Скорее всего, у них есть. Но мало ли. Ну, я не увидел. Вот эту информацию им надо размещать прямо вот везде, что у них GMP. Может быть, у них на этикетке есть, я потому что никогда не, в смысле на коробочке, я никогда не пользовался этой продукцией, поэтому сказать ничего не могу. Следующая компания – это Сибирское здоровье. В своем составе она использует ультраконцентрат из глубоководных морских рыб, произведенный на разных сайтах, указано разные производители. Я выбрал BASF и швейцарскую компанию. BASF – это немецкая компания, фармацевтическая компания, она же химическая компания, которая занимается выпуском химических веществ, ну, химии, лекарств и все такое. В свое время, я не знаю, как сейчас, она занималась выпуском магнитофонных лент для катушечных магнитофонов. Ёлки-палки, что уже это? Через 10 минут, да, надо успеть. Так, я буду чуть-чуть побыстрее говорить. Да. Так, высокая степень очистки. Но у меня здесь тоже маленький вопрос у меня возник. Вот в строке доп. Градиенты, да, они пишут на возможное наличие следов злаков. Горчицы, кунжута, сельдерея, молока, ракообразных моллюсков и продуктов их переработки. Ну, я даже сказать ничего не могу. Что значит наличие следов злаков? Если у вас высокая степень очистки, у вас там вообще ничего не должно оставаться. Я понимаю то, что это относится к оболочке, но все равно. Если вам на зуб попадет какая-то там песчинка или что, вам будет неприятно. Вот это вот вопрос мне тоже как бы интересен был. Компания Amway. Это американская компания. Они просто пишут, что у них рыбий жир беспроцентного содержания, но ввиду того, что это компания американская, я отношусь к ней с уважением, потому что американцы – это компания, которая… Американцы, они очень щепетильно относятся к производству продуктов, а к производству фармацевтической продукции и БАДов они относятся еще с большим трепетом, поэтому у них показатели такие по ПНЖ. И используют они хорошие дополнительные ингредиенты. Но тут написано, что рыбий жир – диких глубоководных рыб из экологических чистых районов. Сейчас я вам вот это поясню все, что такое экологически чистые районы и как они вообще у производителей. Не у всех производителей это указывается. Согласен с тем, что у них высокая степень очистки. Естественно, у них есть сертификат GMP, и для российского рынка это сертификат соответствия ТРТС. И последний – это компания Atomy, это корейская компания. Это единственная компания, в которой я нашел полный перечень всех документов, которые мне нужны были. Я нашел перечень того, из чего они делают. Это вот используемые биоматериалы, посмотрите.
Это я все взял с их сайта. Полярный минтай, Аляска, обработка штата Огайо, производитель на территории, производитель продукции Калмар. Это компания, там написано, Калмар это является, господи, компаньоном компании Атоми. То есть вся продукция, которая производится для компании Атоми, она производится, большинство производится на заводе Калмар. Вот это полная информация, единственная. И, конечно, наличие сертификатов подтверждает это все. И вот этот момент меня как бы очень сильно взволновал. Почему? Потому что у остальных производителей я этого не вижу. Почему? Почему они не пишут, откуда они, где они эту рыбу берут, с кем они работают, как они это делают. Я созванивался позавчера с представителем одной из компаний, представленных здесь, да, и рассказал, как бы, что мне нужно. Она говорит, а зачем вам это надо? Я говорю, ну, для того, чтобы людям показать, из чего что сделано. А людям это надо, что ли? Людям же ничего не надо. Они только смотрят на цену и все. Если будет дешево, они возьмут. И самое главное, говорит, им вовремя, не вовремя, а самое главное им сказать, что это хороший продукт. И если у тебя есть какой-то статус, ну, допустим, если ты там фармацевт, да, то ты грамотно можешь объяснить о том, что вот этот вот продукт, он лучше, чем вот тот, потому что у того вот этого, у этого, этого. Это сделано из хвоста, а та сделана из головы, поэтому это лучше. Ну, вот так вот, я абстрактно говорю. На самом деле, конечно, нам мозги пудрят очень многие производители, поэтому вот именно вот к этой таблице отнеситесь как бы с умением. Ее нужно уметь применять. Применять именно в плане чего? В плане того, что здесь все цифры даны. Вы просто возьмите калькулятор и посчитайте. У меня жена предлагала, говорит, вывести стоимость одной капсулы. Ну, если... Я тебе не верю! Выключи. Ты... Все, я у него выключил. Я нас... Так. И давайте посмотрим еще по омега-3 кислотам. Вы видите разницу какую, да? Сами видите, сами представляете, видите стоимость, понимаете, что это такое. И внимательно всегда читайте дополнительные ингредиенты, из чего что сделано. Единственная компания, которая использует необычное масло, в отличие от всех, это опять корейцы. Они из куркумы масло делают, блин. Все остальные делают либо А вот льняное масло, потом еще там что-то я видел, какое-то масло. Ну, желатин – это оболочка. Ну, вот. То есть с компанией вот эта корейская, она мне чем зацепила, то, что она, скажем так, с выдумкой, с фантазией подходит ко всему производству. И самое главное, вся информация доступна. Если есть здесь представитель других компаний, вы меня извините, я к вам никаких претензий не имею. Я говорю, еще раз повторяю, я с уважением отношусь ко всем производителям. Я просто взял всю информацию, которая есть на ваших сайтах, и свел их в одну таблицу. Пользуйтесь, берите, предлагайте, сравнивайте, у кого получится, у кого не получится. Но в любом случае, если у вас у кого-то будут вопросы, касающиеся вот этого именно слайда, прошу ко мне на аудиенцию, поговорим. Только, опять-таки, если у вас есть какие-то вопросы, то вопросы должны быть не полемика, а конкретные. Что вас не устроено и почему? То есть, если у вас есть опровержение всему вот этому, то, что я здесь делал, то приведите мне эти опровержения. Потому что эти данные я взял на ваших сайтах. Нигде не выдумал. Это не моя писанина. Поэтому, если вы хотите, да, подтвердить, что вот это вот неправильно, да, я проверну. Но вы мне предоставьте эти документы. Так, итак, что-то я это разошелся. Итак, давайте принимайте решение по этому делу. Следующее у нас, мы делаем выводы. Выводы. Итак, выбирая для себя биодобавку на основе морских ПНЖК, стоит отнестись к поиску очень внимательно. О чем я говорил? То есть обращайте внимание на все. Безопасный и действительно полезный продукт не может стоить копейки. Ну, а истина, она всегда посередине.
Еще один момент хочу сказать, что омега-3 компании Amway и Atomy внесены в лекарственный справочник Геотар России. Я это проверял. У остальных компаний такой фишки нету. Вот. И истина, она всегда где-то посередине. Найти продукты, отвечающие всем требованиям, и при этом по разумной цене, вполне реально. Главное не лениться, сравнивать и выбирать обдуманно. На этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо вам. Спасибо, что вы пришли, что вы послушали меня. Если у кого-то есть вопросы, у вас на это, на все буквально две минутки. Сейчас остановиться. Так. Всем спасибо. Очень много людей. Так, я сейчас включаю звук, да? Так. Так, кто хочет что-то спросить, давайте, у вас есть две минутки. У меня, я не вижу никого пока. Так, вид, сейчас я сделаю всех, чтобы я видел. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, я дам вам слово. А может, кто-то в чате напишет что-то интересное про меня или вообще про мои исследования. Какой я хороший или, наоборот, очень плохой дядька. Наговорил тут кучу. Но на самом деле здесь очень много нового, возможно, для вас непонятного. Но, как у меня написано, качество просто о сложном, но это действительно, я постарался сделать попроще. Потому что на сайтах столько воды написано, мне столько пришлось перелопатить сайтов именно для того, чтобы понять, о чем они пишут. Ну, просто чтобы я мог донести, скажем так, обычному человеку, показать, что это такое, как это использовать. Вот. Кто? Нету? Никто же руки. Вам тоже спасибо большое. У меня время заканчивается, но меньше минуты. В любом случае, вам спасибо за то, что вы пришли на этот эфир. Я благодарен. И следующий эфир у меня будет посвящен спирулине. Будем разбирать ее в таком же плане. Не знаю, сколько компаний я найду. Ну, больше 5 я не буду выбирать, потому что очень большой труд и очень много информации. Я просто не смогу это все перелопатить за такой короткий промежуток времени. Итак, всем спасибо. Всем до свидания. Кому нужна будет еще какая-то информация? Все, благодарю. Йоу, я Майнкрафтер долбоёб, я дебил.